Ощутить всю полноту жизни, научиться новому, провести время активно и с пользой. В Самаре для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, организовали проект «Горы зовут». Ребятам прививают любовь к спорту. Опытные инструкторы ставят их на лыжи и сноуборд. Для них здесь созданы все условия. Здесь абсолютно безопасные трассы. То есть каждый ребенок, который приезжает сюда, он получает полноценное занятие с инструкторами, то есть там с ними занимаются, ну, в общем, проводят на свежем воздухе целый день практически. Интерес есть, потому что, ну, спорт, здоровый образ, здесь на комплексе он прививается. В этот раз занятия провели для ребят, которые находятся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Проект организовали горнолыжный комплекс Самары и городской департамент спорта. Мы понимаем, что один из самых важных факторов, который помогает людей перевоспитывать, это спорт. И спорт на свежем воздухе, такой горнолыжный спорт, это одна из самых замечательных идей, один из самых замечательных проектов, который мог только придумать и реализоваться. Я бы хотел, чтобы таких проектов было как можно больше, потому что каждый из них вносит свой вклад в становление ребенка, в гармоничное развитие ребенка, ну и, конечно же, в том, чтобы поставить ребенка на правильный путь. Плавненько тормаживаемся, руки возвращаем в правую сторону. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События.